Нолан Вуд. Второй самый разыскиваемый похититель произведений искусства в мире. Специальный агент Джон Хартли. ФБР. Приветик. Как ты нашел меня? Ты стащил даму в красной шляпе Уильяма Странга в 14-м. Ты не докажешь, что это я. Купил ее онлайн. Ты поможешь поймать мне самого известного вора в мире. Ладью. Мальчики, так рада познакомиться с вами. Она все подстроила. Подставила меня. Пара нажатий на клавиши и пуф. Прощайте, агент Джон Хартли. Она украдет яйца Клеопатры. Они бесценны. Помоги мне поймать ладью, очистить мое имя, и я помогу тебе снова стать вором номер один. Работай, Шей. Даже если я стану твоим партнером, мозг-то у нас все равно будет один. Так что теперь? Вот сукин сын. Видишь? Как два пальца. Да уж, да уж, да уж. Вы и правда два самых тупых мужика на планете. Ты выглядишь ужасно. Как дела с вашим собратом по преступлению? Никто не видел. У нас брак по расчету. Я хочу развод, чертяки мои. Ты специально, что ли? Что? Сам попробуй. Хочешь меня обогнать? Была идейка. Как вам такое развлечение? И последнее, что вам следует знать. Доверять вору. Дело опасное. О, да какого хрена?